Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Як створити успішний стартап, розвивати його? Де сьогодні працювати студентам, щоб їх гідно оцінили? Сьогодні будемо говорити з координаторкою освітніх проєктів, засновницею проєкту «Let's do Llama» Катериною Барбашиною. Я вас вітаю, доброго дня. Катерина, розкажіть взагалі про свій власний проєкт «Let's do Llama». Це про що та для кого? Я всегда говорю о том, что проект Let's do Llama – это проект от молодежи, для молодежи, потому что организаторы и основатели этого проекта – это молодые активные ребята, студенты, которые постоянно что-то новенькое ищут. И, конечно же, для кого-то, для таких же, как и мы, я всегда, когда рисую портрет целевой аудитории, я представляю саму себя, вот что было бы интересно мне для такого человека этот проект. В первую очередь, это проект, я всегда хотела сделать что-то новенькое, того, что нет, и это, можно сказать, полуобразовательный и полупрофориентационный проект, потому что, во-первых, мы хотим прокачивать софт-скиллы студентов, молодежи, начинающих специалистов, а во-вторых, помогать им трудоустраиваться, потому что, к сожалению, студентам иногда бывает сложно найти работу, совмещать ее с учебой, и, конечно же, мы стараемся сотрудничать с работодателями, которые готовы обучать студентов, брать их на работу, раскрывать их потенциал, потому что действительно в студентах, молодых ребятах очень много вот этой амбициозности, желания работать, что-то новое креативить, поэтому это вот для таких людей, которые готовы открываться к чему-то новому. И вот основная наша цель – это проводить обучающие мероприятия в разного формата, с прокачкой софт-скиллов, помогать ребятам найти работу и, конечно же, выстраивать мост, как я говорю, мост между бизнесом и молодежью. Який був шлях до створення власного стартапу, якщо можна це сказати? Ти кажеш, що хотіли створити щось новеньке, щось цікаве. Як цей шлях пройшла ти? Ну, в первую очередь, конечно, такой путь был, меня подвигнуло мое желание все-таки выделяться, делать что-то свое и от моего имени. Конечно, это самый главный был толчок в то мое движение, в начало проекта, это было самое главное. Во-вторых, так как в силу своей активной студенческой жизни ко мне всегда приходили запросы с трудоустройством студентов, то есть там помоги нам найти студента, вот есть классные предложения для студента, вот есть скидки для студентов, вот нужен был этот канал между студентами, бизнесом, HR-менеджерами, директорами, и всегда был запрос от студентов, то есть я знаю, какая боль у студентов, то, что им нужна работа, то, что они хотят развиваться, и им грустно, что не все их оценивают по достоинству, и мне хотелось показать, что студенты – это не просто человек неопытный, это начинающий профессионал, профессионал в своем деле. И есть люди, которые готовы помогать, готовы их открывать, готовы их брать на работу, делать им какие-то классные, эксклюзивные предложения. И когда я поняла, что у меня есть с одной стороны и с другой стороны, я просто все это соединила и сделала такой канал между молодежью и опытными профессионалами, и получился вот такой проект. То есть, ну, самая главная цель, конечно, была первоначально, это сделать, наконец-то, проект от своего имени, быть, так сказать, там, хозяйкой, понимать, что, куда, и нести ответственность перед собой в первую очередь. Чудова відповідь. Чи можете ви дати якісь поради тим, хто тільки-но починає свій шлях, тим, хто тільки-но хоче створити щось своє від свого обличчя, від свого імені? Конечно, самое главное – делать. Самое главное такой совет – это делать, не лениться, потому что иногда мне самой бывает сложно совмещать что-то, делать очень много всего, иногда ленюсь, иногда боюсь. Вот лень и страх – самые две большие проблемы, и нужно их бороть. Нужно понимать, что жизнь у нас одна, если вы чего-то боитесь, делайте. Ну, не получится, получится в чем-то другом. Вы должны это делать и с чего-то начинать. Если сложно масштабно начинать, просто сделайте задачи, подзадачи, там по маленькой крупинке выстраивайте себе путь к своему проекту, то есть по чуть-чуть. И каждый вечер вы, когда будете ложиться спать, вы будете понимать, что вы хотя бы на крупинку, но приблизились к своей цели и стали ближе к своей такой большой цели сделать свой проект. Самое главное, самый такой главный совет мой – делать, не бояться, не лениться, хотя бы по чуть-чуть, но делать и рисковать.
Так, як ми вже сказали, що Let's Dilemma – це проєкт орієнтований на молодь, здебільшого це студенти, і ви розповіли, що займаєтесь тим, що розповідаєте студентам, даєте змогу знайти роботу. Як же ж сьогодні студентам шукати роботу, як поєднувати роботу з навчанням, такі основні, головні питання? Ну, совмещать работу с учебой – это мой любимый, в принципе, вопрос. Я, в принципе, такой человек, который все время что-то совмещал с самых начальных классов. И я считаю, что нет здесь никакой проблемы. И как когда-то говорил мой тренер, что чем больше у тебя дел, тем больше ты успеваешь. Поэтому, в принципе, можно все успевать, делать хорошо, не, опять-таки, не бояться. На самом деле есть возможность найти работу для студентов, то есть нет какого-то сейчас запрета категорического, что если ты студент, мы не берем тебя. Нет. В первую очередь, что я рекомендую в таких случаях, это новые связи, то есть больше новых знакомств. И самые лучшие вакансии обычно, которые не появляются на Work.ua, а самые классные вакансии, они рекомендационные. То есть это сарафанное радио. Если вы познакомились там с руководителем какого-нибудь бизнеса, либо HR-менеджером, либо маркетологом, либо еще кем-то, и вас заприметили просто за вашу активность, за то, что вы классно себя проявили, либо вы, допустим, где-то поволонтерили, вас тоже могут заметить. То есть я за то, чтобы как можно больше куда-нибудь встревать, если можно так сказать, в любое движение, куда-нибудь окунаться. Это вот самое главное. И не бояться совмещать работу с учебой. Однозначно не нужно как-то пренебрегать какой-то из этих сфер, но не бояться, у вас все получится, все возможно. И чем больше у вас будет дел, тем больше у вас будет самоорганизованность, и тем вы будете привлекательнее для своего работодателя, потому что человек, который очень много всего успевает, он априори уже очень интересен работодателю, значит, он сможет и в работе себя проявлять так же. То есть это еще один ваш soft skill, который вы можете проявить работодателю при устройстве на работу. А де ж сьогодні працюють студенти? Куди йти, аби тебе дійсно гідно оцінили? Ой, ну... Во-первых, я считаю, такие два вопроса. Ну, чтобы по достоинству тебя оценили, это, конечно, все зависит от... Даже не важно, сколько тебе лет, учишься ты или уже нет. Это все зависит, опять-таки, от твоих профессиональных навычек, от твоих дополнительных, да, вот этих, опять-таки, софт-скиллов, твоего умения общаться, твоих дополнительных каких-то талантов. Это вот, мне кажется, где работают. Мне почему-то первая мысль наталкивает на то, что вот многие студенты идут в колл-центры. Да, однозначно, много колл-центров, абсолютно разных компаний, банков, очень открыто готовы принимать студентов. И многие из них я бы действительно рекомендовала. Во-первых, это просто потому, что у вас умение общаться. Каждый, я считаю, студент должен пройти через колл-центр, пусть хотя бы немножко, но он проходит через это и учится общаться, однозначно. Вот. Но все зависит от ваших навычек. То есть даже не имея там каких-то особых представлений или, может, определенного опыта, вы можете попасть на хорошую работу только благодаря тому, как вы себя проявляете, какой опыт за вашими плечами, и опыт не обязательно в работе, а в принципе, в какой-то активной гражданской жизни, молодежной, студенческой жизни. Студенты работают везде, возможно, это все зависит от их уровня готовности брать на себя ответственность за разную работу, их разных навычек и прочего. Поэтому, в принципе, если вы хотите, чтобы вас хорошо оценили и взяли на хорошую работу, не имеет значения, студент вы или нет, просто важно бути разносторонним развитим чоловіком. От така основна ціль. Чи дійсно сьогодні ми сказали за досвід, чи дійсно завжди беруть людей з досвідом? От є такий стереотип, якщо можна сказати, що обов'язково має бути досвід, на диплом ніхто не дивиться, чи дійсно це так? Ну, опыт, однозначно, я считаю, что опыт важен. Ну, как бы я придерживаюсь этой позиции о том, что после окончания университета желательно, чтобы был уже какой-то опыт работы. Но опять-таки, работа может быть разной. Если вы сейчас не готовы браться за работу, как в таком стандартном смысле этого слова, то вы вполне можете посвятить свою жизнь волонтерским мероприятиям, волонтерское участие. И если вы это пропишете у себя в резюме, то однозначно вы будете в приоритете у многих. Также, если у вас абсолютно нет профессионального опыта, но вам нужно хорошо изучить ту вакансию, на которую вы хотите пойти работать, и обратить внимание на запрос работодателя. Если
запрос совпадает с каким-то вашим качеством. Возможно, вы еще не успели его проявить, но у вас есть это качество, у вас есть там какой-то небольшой опыт там, в организации какого-нибудь благотворительного мероприятия или еще что-то. Вы обязательно это можете указать. Вы должны вот так подстроить свой навык либо свой какой-то небольшой совсем опыт и совсем непрофессиональный под запрос работодателя так, чтобы вы стали в приоритете тех ребят, у которых есть профессиональный опыт. Поэтому этот вопрос сложный. Конечно, мне кажется, приоритет есть, но мне кажется, сейчас столько профессий, столько разных вакансий, что однозначно у тебя не может быть опыта конкретно в этой вакансии, и это нормально, и ты будешь идти туда и учиться. Нужно всячески показать, что у тебя есть компетенция в этом поле, у тебя есть возможность проявить себя, и ты готов это делать и очень-очень хочешь. На що, на вашу думку, варто звертати увагу молоді при створенні власного проєкту, при ось цій можливості знайти якусь роботу, подати вакансію? На що варто звертати увагу? Так, ну якщо подати вакансію або створити свій проєкт, це трішки різні питання. Ну, якщо ви створюєте свій проєкт, то перш за все зверніть увагу на те, як ви будете себе позиціонувати, хто ваша аудиторія, для кого ви робите, і наскільки цій аудиторії є необхідно. О, я перейшла на українську мову. Дуже цікаво. Тож, наскільки вам цікаво розвивати цей проєкт, наскільки цікаво вашій аудиторії приймати ваш продукт і те, що ви робите. Обратно вернусь на русский, извините. Вот. Как бывают какие-то вещи, проекты, насколько действительно вы чувствуете боль своей аудитории, насколько ей нужно то, что вы делаете. Вот это самое главное, на что нужно обратить внимание. То есть в моем случае я понимала, что необходимо студентам, поэтому я это делаю. Я знаю, что им всегда нужна работа, я знаю, что они всегда, допустим, не учат каким-то вещам, которые мы стараемся обучить там, в рамках нашего проекта, например, как сделать резюме, как себя правильно вести на собеседование, как грамотную речь, в принципе, правильно контролировать, да, как себя позиционировать в соцсетях, потому что иногда бывают странные вещи, из-за соцсетей ребят могут просто не брать на работу. То есть я понимала эту боль, и я, соответственно, давала им такое лекарство в виде своего проекта. То есть вам надо почувствовать, что вы хотите сделать, на какую боль вы создаете лекарство. Вот это самое главное, что вам надо обратить внимание. И, конечно, на вдохновение никогда не сдаваться. То есть иногда вам кажется, вы что-то себе представляете, ой, оно так будет, ну не может такого быть. Все может. В принципе, никогда не сдаваться и вот понимать, что и для кого вы делаете. Ну от, а якщо я маю ідею, я відчула те, що можу щось зробити, можливо, така нечітка інструкція, але хоча б більш-менш орієнтовна, що я маю робити далі, якщо в мене є ідея, куди мені з цією ідеєю податися? Смотрите, історія дуже цікава, кстати, к этому. У мене була на мероприятии девочка, прийшла буквально в декабрі, поговорила со мной и так расспросила, очень мы с ней поболтали, и буквально через пару месяцев она меня уже приглашает спикером, ну, уже онлайн-мероприятие в связи с карантином, на своем мероприятии в рамках своего проекта. И, то есть девочки собрались в Киеве, вдохновившись идеей Let's Do Llama, сделали свой проект в Киеве и уже меня туда приглашали. То есть мне было очень приятно. Исходя из этого, во-первых, я хочу сказать, что все возможно. Во-вторых, конечно, первое, ну, мне кажется, нужно собрать каких-то единомышленников вокруг себя, которые тебя могут поддержать на начальных этапах. Конечно, нужно понимать, что, скорее всего, это какие-то твои друзья, коллеги, которые, в принципе, одинаково с тобой мыслят. Возможно, у тебя есть опыт уже общение с этими людьми, создавание чего-то с этими людьми или работа с этими людьми. То есть в первую очередь, конечно, единомышленников. Но и нужно уже сформировать идею. То есть это проект, либо это там какой-то, может быть, магазин, либо это агентство. Тебе нужно понять, что это примерно ты хочешь. Обсудить это, возможно, вот самыми близкими единомышленниками. Кто готов тебе на первых порах помогать, вообще просто за идею, за инициативу, советовать тебе, вспоминать, какие связи у тебя есть, чем эти связи тебе могут помочь, и дальше выстраивать уже, наверное, какой-то
ну, небольшую, но стратегию, то есть запускать какой-то стартовую идею в соцсети, смотреть, как на нее люди реагируют и насколько все-таки ты покрываешь их потребности, и в случае этого как-то трансформировать. Ну, в первую очередь, конечно, четко себе дать прописать, что это, для кого, кто нам понадобится, куда нам двигаться, с кем мы должны дружить, с кем мы должны сотрудничать, и тогда дело пойдет, и вы уже вообще не, в принципе, когда захотите там с кем-то сотрудничать, люди могут предлагать свои идеи и тем самым двигать развитие проекта. Хочу трішки повернутися знову до теми досвіду. Дуже часто зустрічаються люди, які, от, наприклад, не є прихильниками теми, що потрібно бути активним студентом, активною молоддю. Вони вважають, що це просто марна трата часу. Чи можна, от вже дивлячись на ваш особистий досвід, сказати, що ні, це не так, і от такі активні студентські роки, активна молодь потім у майбутньому має більше шансів влаштуватися на більш гідну роботу? Конечно, да. Опять-таки, в связи с активной студенческой жизнью мы знаем, что пассивные студенты, пассивная молодежь, это, конечно, очень грустно, потому что им не нужно ничего, они ничего не хотят. И, конечно, потом очень сложно, а потом эти люди, когда взрослеют, устраиваются на работу, обычно происходит следующее, что им сложно устроиться на работу, им всегда что-то не так, не такой руководитель, не такая зарплата, не такие условия. То есть, по факту люди взамен не могут ничего предложить, то есть так, как говорится. Конечно же, будет однозначно сложнее. Опять-таки, всем там каким-то молодым, да, подрастающим ребятам я всегда говорю, участвуйте в активной жизни. Обязательно. Это пригодится во всем. Это пригодится в опыте. Это пригодится в связях. То есть даже вот мы, если мы говорим про наш проект, много людей, которые со мной, допустим, где-то я с ними познакомилась благодаря какому-то мероприятию, либо благодаря какому-то сотрудничеству. С кем-то я просто там работала в одной команде, они мне потом помогли в чем-то, либо приняли участие. То есть это однозначно помогает. И плюс ты умеешь правильно общаться с этими людьми, налаживать с ними контакт, коммуникацию, так, чтобы это было выгодно и им, и тебе. И, конечно, даже потом устраиваться на работу намного легче, потому что ты, когда пишешь свой большой перечень праздников или мероприятий, или там событий, где ты принимал участие, это, конечно, очень внушает доверие, когда у тебя отдельный лист только там твоего участия, организаторства или волонтерства. Но, опять-таки, это можно по-разному. Кому-то ближе, может быть, другая немножко сфера, но я считаю, что однозначно нужно себя проявлять, нужно активничать, особенно если вы, допустим, на первом курсе, и вам еще, ну, сложно работать, да, еще пока ты просто учишься учиться, а когда тут уже про работу говорить, но все равно находите где-то, где вы можете проволонтерить, просто познакомиться с людьми, просто как-то с ними на будущее подружиться и быть полезными друг другу. Дякую за відповідь. У нас прес-конференція добігає до кінця, але хочу під кінець, щоб ви анонсували, можливо, плануються якісь події зараз у вашому саме проєкті. Всі ми знаємо, що карантинні умови трішки обмежують наші дії, і тим не менш. Да, к сожалению, карантин немножко... Ми давно вже не зустрічалися за карантином, але у нас були дуже круті прямі ефіри, і зараз плануємо зробити щось типу ряду інтенсива, можливо, курс, і називатися він буде «Універсальний солдат». Тобто, опять-таки, те, що я говорю, як важливо, как важны софт-скиллы. Иногда они стоят 50 на 50 с вашими профессиональными навычками. Именно этим мы будем заниматься с очень классными спикерами. Обязательно совсем скоро мы об этом анонсируем. Вот. И очень много сюрпризов и подарочков ждут. По поводу офлайн-встреч, ну, пока это остается под вопросом. Очень хочется, чтобы скорее мы встретимся уже лично с нашими гостями. Очень бы хотелось. Що ж, я вам вдячна сьогодні за нашу прес-конференцію. Сподіваюся, наша молодь, студенти почули всю необхідну інформацію, зробили свої висновки і тепер будуть більш впевненими у своїх діях. Сьогодні з нами була координаторка освітніх проєктів, засновниця власного проєкту «Let's Do Llama» Катерина Барбашина. Ще раз вам вдячна за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте!